Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Небритый Валера, и сегодня в этом видео мы, соответственно, продолжаем с тобой прохождение замечательной игры Road 96. В прошлой серии мы с тобой попытались пройти через границу. На карте, соответственно, ты можешь увидеть, да, одну сюжетную линию мы с тобой попробовали пройти, и, соответственно, мы в тюрячке, мы молодые, у нас волосы назад, а ты знаешь, что делают с такими, как мы в тюрячке, поэтому интересного мало, зачем мы прятали деньги, непонятно, зачем мы потратили деньги, надо было осмотреться, пробежаться, то есть одну концовочку мы с тобой увидели, вторую концовочку, интересно было, что если бы мы бабки, соответственно, закинули в водиле, если бы у нас с тобой были перки, то есть вариантов по прямой, без обходных путей у нас было куча. Обходными путями мы не пошли, нам подсказали несколько раз, и мы с тобой воспользовались этим моментом, но мы были молодые, скорее всего, они не тупые, и в любом случае нас бы просто посадили в тюрьму, тест на это никак не влиял. Вот и все. Это мои мысли, может быть, согласен, не согласен, напиши, кстати, в комментарии. И уже давно бы въебал Лукас пухлому, стримеру приятно, просто пиздец было бы, поэтому приятного просмотра, цап не покушать. И прими какое-нибудь удобное положение, потому что будет интересненько. Интересная игра, записываю третью серию уже за день, поэтому погнали. Познакомились мы с тобой с Пиздюком, скорее всего. Это сынишка Фенни, это коп, с которым мы пересекались. Вот, мне так кажется. Мне так кажется. Ну как, приемный сынишка, скажем так. Маечку поправили, все, поехали дальше. Отдышка. В 17 лет не бывает отдышки. Не вранью. Let's get serious. А, все, мы типа можем уже идти. Иди, встань и иди. А, теперь в бачках мы можем с тобой по помойкам лазить, ковыряться однозначно. Знаю, что повнимательнее надо как-то... Мы, может, какую-то другую линию выберем. Смотри, то есть, вот закрашивание вот этих табличек на что-то влияет. Испортить. Как мы с тобой пойдем? Каким? Давай испортим. У выбора есть последствия. Награда. Ок. Банкомат. Карточка нужна. А карточку надо где-то спиздить. Ну не просто же так банкомат здесь стоит, я уверен. Black hole. Черный отпереть, взломать замок. Это ладно, это хорошо. Это что такое? Я понял. Так, едем дальше. Что мы можем сделать? Что-то мы можем, наверное, открыть. Здесь мы можем поспать, я так понимаю. Ну шалашик же есть, а поспать мы что, не можем? Не может быть такого. Ну, челик знакомый какой-то. Здорово, братюнь. Ага. У Чака сейчас закрыто. Ремонт. А вы тогда здесь зачем? Менеджер проекта. Можно заказать на вынос? Мне нужно в туалет. 10 баксов у нас нет. Ты и тот тощий парень. Давай, ну только быстро. Открыть. А что-то мы можем еще пробежать. Может там нам сейчас как бы это. Клозет. Выиграл, гони банкноты, Роберт. С меня хватит. Кто еще хочет посоревноваться? Не я, медведь душу дьяволу продал. Слабаки вы все. А ты как, мелочь? Пожалуй, попробуем. У нас тут новый претендент. Сейчас я жопу в хоккей проиграю, так как у меня долларов-то нет. И все тут. Играем до 3 очков. Поехали. Как быстро-то. Прям как настоящий. Ебой! Сопля-то тебя уделала. Не, просто повезло.
Посмотрим, на что ты годишься. Ну, я думаю, если тут запрограммировано, то запрограммировано, потому что... А вот так порезче. Самому по себе не забить. Вот я что думаю. А жесть вообще. Это, ну я мастер спорта по этим видам. Буя! Изи Рил Ток. Ты часом не в олимпийской сборной. У него проблемы какие-то со сборной, с олимпийской. Так, чпок. Так и знал, малявка победитель. Не нравится мне это, совсем не нравится. Но твоя победа мелочь, все по-честному. $15. Сюда идем. Давай круговую, я плачу. Я чувствую, мы сейчас подпроебем. Ты точно не в олимпийской сборной. Ух ты, клевое местечко. Да, у Чака. Наше официальное место сбора легавым. Только не говори. Круче, чем выглядит, мелочь, поверь. Я не вовремя. Да нет, просто Джон никак не расстанется с прошлым. Чак, подай парню мученика. Поехали. Уверен, Роберт? Да, детка, считаю, уже большая, не так ли? 17 лет, конечно, можно хуярить пивко уже, пока лето на Чили. Да, конечно. Поинг. Тут сейчас сразу хп, хп сразу минус 2. Ничего не поменялось. А еще есть? Мы раньше не встречались. Погоди, вы кто? Мы? Нет. Меня зовут Роберт. Приятно познакомиться. Взаимно. Знаешь, думаю, тебя просто так сюда принесло. Может, тебя пора, малявка? Уже поздновато. Как сберегать силы в дороге? Интересно, под открытым небом ночевать безопасно? Нет бабок, нет выбора. Это безопасно в основном. Главное не злоупотреблять. Если Флоренс победит, станет проще? Соглашусь, но не думаю, что у нее получится. Со всеми этими запуганными избирателями... А, я не то, блядь, я сам себе противоречу, короче, понял? Ты в порядке? Выглядишь странновато. Ну, пиздец, все, мне сейчас... Сейчас я проснусь где-нибудь в подвале, блядь, пристегнутый к батарее, я чувствую. Мучиконько, то все. Позже. Эй, проснись. Проснись. Где я? Мученики, это хорошо? Ха-ха, вижу. Ну же, хочу тебе кое-что показать. Кое-что крупное. Блять. Походу я угадал. Ну ладно, может не все такие пошляки, как я. Ладно, ладно. Добро пожаловать в тайное логово бригады. А, я попал в бригаду. Слушай, это прикольно, это прикольно. Спиздил 3 монетки. Дверной ключ. Есть. А он не видел, что ли, или что? Съесть еду, прекрасно. Keep out. Сдвинуть книгу. Интересный поворот. Мы с Джоном были у границы 86-го. Бригада существует много лет. Take care. Типа, береги себя. Wanted. Нас много подростков осведомителей. Надеемся, что кто-то сможет прийти к границе и помогать нам оттуда. Да я, блядь, сейчас перейду 100%. Мы запланировали кое-что особенное ко дню выборов, увидишь. Не уверен, то, что закраш портреты, это... На что это зависит? Опять забыл включить. Включил.
Полиция его ищет, но им что-то там проебал момент. А за дверью что? Вы мне хотели что-то показать. Ага, это... Что тут делает ребенок, Роберт? Детка-то политически грамотна. К тому же нам ведь нужна, нужно пополнение. Круто. Так и есть, знаешь. Если хочешь, можешь и в бригаду вступить. Пиздец вообще. То есть, как? Я начну. Вот что, ставки надо повышать. Сейчас или никогда. У меня есть план минирования рекламного щита Тирака. Приманим ментов, фальшивые трансляции. А как приедут, бах, и взорвем бомбу. Нет, самая масштабная операция, но неплохо начало и заставит всех задуматься. Добровольцы есть? Я вызываюсь. Это здорово, но думаю, тут нужны закаленные партизаны. Я готов, Роберт. Это не наш путь. Они отсылают детей в трудные лагеря, Джон. Это не остановить, и Флоренс хрена с два это прекратит. Роберт прав. Надо нападать немедленно. Алекс, наш маленький гений, поможет нам собрать устройство. Если все пройдет хорошо, мы сможем собрать ко дню выбору что-нибудь покрупнее и поразрушительнее. Детка выходит из игры, Роберт. Не хочет в этом участвовать. Обойдемся без Алекса, найдем кого-нибудь взамен. Я вам всем говорю, от носения больше беды, чем пользы. Да. Смешно, а? Почему? Смешно, это же Джон с подружкой 86-й были за рулем, который же должен был убить Тирака. Я изменился, Роберт, это точно. Вот что, давайте проголосуем, и все решим раз и навсегда, должна ли бригада вести себя агрессивнее? Нет. Да. Да. Воздержусь. Нет. Нет. I do. 3-3. Спросим мелочь, раз уж она здесь. По твоей указке? Что думаешь? Насилие не выход, не буду я голосовать. Короче, давай как бы пусть мир горит в огне. Хорошо, решено. Бригада переходит в нападение. Но мы же не можем быть нейтральны. Мы уже хотели как бы с тобой на лайтах пробежать, но не получилось. Ребят, сканер сработал, полиция едет. Все знают, что делать. По коням, разъезжаемся спокойно. Не волнуйся, тебя они точно никогда не заподозрят. Конечно, блядь. Эй, ты сыграть хочешь, может, на деньги, если не против? Проебать десятку. Давай посмотрим, что играть. Открыть. Так, а там булку нельзя у него съесть? Коп! Коп, твою мать, коп! Налей, эй, чем могу помочь? Найди что-нибудь, Плафронс. А оно умеренных взглядов. Даже если исполнит все обещания, не такие перемены нам нужны. Все про политику, я понял. Все про политику. Открыть. Открыть. Прикольно. А тут что? А тут писюн сейчас, да? Я понял. Я понял. Но здесь типа все. Так, едем дальше. Заказать что-то. Купить напиток, купить еду. Это нам не интересно. Здорово, ребятки. Тут не на что смотреть, да понятно. Ребятки, как дела? Угу, ага, давай. Летсплей это то, что я чем, чем я сейчас занимаюсь. Е-бой! Чуть не проиграл.
Не успеть, не успеть, сейчас выиграю. Опасность, опасность, блин. 10 баксов на кону, даже не моих 10 баксов, а игровых, но мне что-то как-то это. Так, мы сейчас в замкнутом круге находимся. Но я не буду это вырезать. Е! Два, третий остался, поехали. На интерес нас не интересует. Опять такая же патовая ситуация. Чуть не, не проиграл. Напряжение космическое вообще. У меня аж давление сейчас подскочит. Все, 3-0. Бабки на базу. Еще разок? Да, но на интерес. Нет, не на интерес мне вообще, как бы не надо. Так, нам дали ключ, у нас он есть в инвентаре. Для чего он нужен? Как бы завести тачку, открыть дверь. Может быть, здесь что-то можно еще полазить? Видимо, нет. Зачем нам закрыть дверь? Я понимаю, для чего открыть дверь, а для чего закрыть дверь. Keep out. Угу. Типа, может, от тачки? Ключи от тачки? Можно поспать на улице? Все, соответственно, уехали. Мне интересен вопрос, как мне банкомат и зачем здесь банкомат? Я же сюда никогда... Ага, вот, отпереть двери. Открыть. Нет, это не шутяк, блядь. Взломать замок. Почему так? То есть я всеми опциями не могу воспользоваться? А как? Почему? И типа и здесь нечего взять на самом-то деле. Нет, больше никаких приколюх. Свет. Зачем я тогда брал ключи, если здесь все равно закрыто? Вот в чем вопрос. Можешь мне сказать, дорогой друг, в чем прикол? У меня этого навыка и перка нет, а вернуться обратно я не смогу. Хорошо, ладно. Хорошо. Принято. Давай с тобой поспим, восстановим себе хпшечку и поедем. Типа нас взяли в банду, мы могли бы как бы и внутри, может быть, поспать. Ну, что-то дичь какая-то. Согласен со мной? Игра очень интересная, не знаю чем, но мне прям нравится. Однозначно. Так, а у нас, может быть, что-то изменилось, потому что день. Тачки все уехали. Копы на месте, интересно мне, или не на месте. Копы все уехали. С тобой только на интересно, интересно, интересно. Угу. Пешком мы знаем, что такое. Такси мы знаем, что такое. Может, подкопим бабок и поедем на тачке? В смысле? Это же наша кар. Так, я, может быть, туплю? Ну, ключи это от подвала, это все понятно. На такси ли сэкономим? Жрачка у нас все равно по пути будет. Раскрыть лор с таксистом. Интересный челик на самом деле. Ну давай с таксистом проедем. Это получается мы 13. Ладно, в жопу будем экономить. На бабки купим какого-нибудь мента и соответственно все у нас получится с тобой. Давай так попробуем. Или все равно потом еду покупать на деньги. Да, неинтересно. Поехали пешком. Семьсот километров до границы.
Покороче немножко, наверное, маршрут будет или такой же. Надо было ехать на такси, что-то я зажопил бабок, ну ладно. Не могу понять, почему нельзя воспользоваться и открыть отмычки, там еще что-то. Блин, наверное, надо было общаться с таксистом, и тогда мы бы открыли какой-нибудь перк. Вот я про что. А так как мы, соответственно, с ними не общаемся, и перк у нас этого не будет. Ну да ладно, все мы события не можем пройти, хотя, наверное, могли бы. Так, тут ничего нет. Капуска. Но это мы же. Это мы же, соответственно, 6 вариантов нас же. А, я бегу, 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 бегу. У нас ничего не тратится. Вон еще, видишь, здоровье. У нас еще какие-то две палочки. Типа какой-то резерв или что. Ты серьезно? Ты вот сейчас серьезно? Нам туда. Я так понимаю, что сейчас будет страшно. Ну, скримаки минимум будут. Минимум пару скримаков точно будет. Я тебе гарантирую. А в помоечке не можем поковыряться? Немножечко. Взломать замок. Слушай, ну прям взломать замок это очень. Есть последствия. Да поняли мы уже. Так, туда нам надо. Явно. А как нам туда попасть? Свейку? Или как? Вышибить-то мы ничего не можем здесь? Взять деньги. 20 долларов. Че еще? Ну, видимо, первый этаж все. Мы с тобой все нашли. Емкие, маленькие, короткие локации. Прям для того, чтобы получать максимальное удовольствие от игры и особо не париться. Прошел, так сказать, и забыл. Есть еще деньги? Попить. Ништяк. Пш. Тут что, тут ничего. Ладно, едем дальше. Как нам в ту комнату попасть? Я так понимаю, что... Ну, может, мы... Ну, может, и не стоит. Бред, Мич. Я всегда гадаю, что она сегодня наденет. Ее, может, розовую? Сейчас нас спалит. Слышишь? Бам! Это не тот псих, что преследует Соню. Нет, это просто автостопщица. Свяжи ее. Ой, бля, пиздец. Деньги оставьте только. Говорил тебе, что она не померла. Ты был прав. Я тебе должен пятерку. Но у меня с собой нет, но будет, когда мы ограбим эту девочку. Да пошел ты, в смысле? Отпусти меня сейчас же. Где я? Ты в нашем состенном логе. Маленько, а? Миленько. У них пушки есть. Да, все свои деньги. Бля, ну это пиздец. Просто полегче, ладно? Ты, может, не заметил, но тут мы командуем. Может, и придется показать ей чудовище? Слышишь, чудовище? Обыщи ее, Мич. А у меня все бабки в жопе. Глянь-ка на это. Сколько? 48 долларов. Недостаточно, чтобы выйти из игры, Стэн. Не впечатлили еще столько денег, чтобы нас вывести из игры. Вот бы какого-нибудь реально богатого однажды грабануть. И не говори, Стэн. Умоляю, они мне нужны, чтобы перейти границу. Мич, у меня от нее уже уши болят. Покажи ей чудовище. С удовольствием. Ну же, наше расследование ждать не будет. Жизнь самой Сони на кону. Уёбки. Мне уже крыша едет, Мич. И у меня.
Если мы не расщелкаем дело в темпе, будет поздно. Что вы расследуете? Да, вы оба психи. Тихо, лапочка, опять чудовище показать. Да, заткнись, дай взрослым подумать в тишине. Думаю, я могу... Ну... Мелочь, кто-то хочет убить Соню. Знаменитую журналистку. Да, вряд ли ты нам тут сможешь помочь. И то верно, ничем не могу... Я вообще-то бродяжила, а повидала всякое. А, черт с ним, Мич, может я и свихнулся, но по-моему может... Она может помочь. Ого, что нам терять-то? Вот наше условие, детка. Поможешь нам, вернем твои деньги. Пиздец. Нарвался на работенку. Принимается, пожалуй. В общем, мы пытаемся вычислить, когда убийца готовится напасть. У нас тут часть его письма и шмоток. Где-то там ключ к дате нападения. Мы просто что-то не успели прочитать. Ну, как бы, и ничего страшного. О, жесть вообще. Сегодня годовщина гибели Лолы. Ровно через 2 года я отомщу. Мы знаем, когда это было записано. Да, где-то в 94-м. Лола. Это, сука, таксист. Так. Что-то я прослушал, какого это? Сегодня годовщина гибели Лолы, ровно через 2 года я отомщу. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Где-то в 94-м. Today marks the anniversary of Lola's death. In exactly 2 years, I will take my revenge. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Я сейчас, ну, в 96-м отомстит. Happy 8 years, Lola. 6 ТК июнь 6 июня 96-го. Месяц, подожди, месяц, блять, какой? Давай с тобой анализировать. Июнь, это какой месяц? 6? Наверное. Я сдаюсь. 12 декабря, спать больше некогда. Провожу ночь в офисе. Планирую. Теперь я знаю, все случится в день рождения Лолы. Да, Сони Санчес и бригада заплатят за содеянное. Уж будьте уверены. В день рождения Лолы. Это 6 июня. Правильно же? Да. Где? Сегодня тебе бы исполнилось 23. Говорят, что время лечит раны, но кажется мне... Оно их только бередит. Я не знаю, что такое бередит, поэтому и как бы завис. Но я все равно решил, что день твоего рождения не станет днем смерти. Пусть они этого и заслуживают. Сегодняшняя дата навсегда останется только днем, в который родилась моя крошка. Значит, для мести останется только одна дата. Тот день 10 лет назад, когда ты сказала, все должно было измениться. Все изменилось, но не так, как ты предполагала, твой папа. Папа, мистер Вентис говорит ни с кем не контактировать, но, по-моему, я должна тебе сказать, завтра утром мы уезжаем, чтобы через 4 дня сделать кое-что. Что все изменит. Однажды ты поймешь, почему я с бригадой обещаю, люблю Лола. 5 сентября 86 года. Подожди.
Значит, это будет дата 16 февраля 96 года, 16.02. Дни все текут неотличимы друг от друга, и вдруг момент истины. Я в последний раз изменил планы, я знаю, когда все случилось, не знаю только где. Сука! Через 4 дня, 9 сентября. Нет, подожди, завтра утром мы уезжаем, чтобы через 4 дня сделать кое-что, что все изменит. Однажды ты поймешь, почему у... Так. 9 сентября. Сейчас какое число-то? Ну пусть будет 9 сентября. Я все подрежу, ничего страшного. А, слушай. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Ну понятно, в 96-м, соответственно, это будет. В 96-м, то есть 6 июня. Че за я сдаюсь? Это, наверное, я сдаюсь, нет? Нам самый поздний нужен снимок. Где кто, я знаю. Точнее, кто я знаю. Восемь лет, то есть через... через 15 лет. Пятнадцать лет прибавить к вот этой фотографии. 84-й не подходит. Ну так как-то. Эм, ты у нас просишь помощи? Думал, ты тут умник. Ну все, все, подтвердить данные. О, вот оно, теперь картинка складывается. Ты гений! Блять, я гений! Кто-нибудь, я гений! Нам все еще надо выяснить, как выглядит этот тип и где он нападет. Но знаешь, теперь есть прогресс. Yeah. Вот твоя наличка, мелочь. А обещание надо держать. Правила Стэна и Митча. Как выбраться-то? Возле телек лестница. Залезь на нее и катись. Прежде чем уйдешь, спросить ничего не хочешь? Украсть как можно больше. Да, мы этим постоянно занимаемся. Красть я умею, не вопрос. Это куда сложнее, чем кажется. Ага, ты представить себе не можешь. Ну, в смысле, дай отмычку-то. Я для чего вот это вот все с вами тут разговорчики-то разговариваю? Ну или там монетку где-нибудь какую-нибудь дай. Лестница, где-то что-то лестница какая-то. Или поспать там, восстановить там что-нибудь себе здоровье немножечко. Ты видишь, где выбраться? Я вот что-то не особо вижу. А, залезть. Ок. С удовольствием бы вас ваш... О, взять. Ништяк. То есть можно спиздить у них мотоцикл. А, нет. Это что-то такое. Lucky Star. Соскрести. Ты победил. А, нифига себе, 5 баксов. Прикольно.
А я говорил слово прикольно. Стэнэмич! То есть, по сути, мы кому-то можем помочь. Давай отдохнем с тобой. Восстановим немножечко. Восстановим силы. Июнь 23-го. Точнее, да. Июнь 96-го, 23 июня. Как хочешь. Подходит все. Автостоп нас не интересует. Поедем с таксистом. Мы с тобой лор, на самом деле, с таксистом не раскрыли. Надо нам его вкрячить. Потому что тип такой сомнительный и достаточно интересный. Хотя мы потратим с тобой деньги. Ничего страшного, у нас уже есть... достаточное количество. Маме почему не звоню? Ну как бы не знаю. Надо в следующий раз, может, и маме позвонить. Все машины на вызовах. Ну и пошла в жопу. На автобусе мы не ездили. Давай попробуем на автобусе проехать. Ну просто посмотри, что, в чем прикол. Просто 7 баксов отдать или что? Уверен, что на такси можно было в предыдущем моменте проехать. Неплохо с тобой идем, я тебе скажу, дорогой друг. Неплохо идем. Стрис. Что, тут тоже будут экипаж 2, центральный прием. То есть везде есть лор, кроме того, как мы идем пешком. Я не мерзавец. Хватит. Ну а что уставился, мелочь? А, просто люблю полицию, пиздеж, ничего, простите, офицер. Так я и думала. Можно спросить? Я вообще не в настроении болтать. Ну ладно уж, валяй. Вы часто на этой дороге работаете? Да это бредовый какой-то вопрос. Что думаете про выборы? Конечно, у меня есть мысли. Например, расскажите. Ха, неплохая попытка. Понимаю, это личное. Давай вот так, сенатор Флоренс, нравится? Что ж, твой фаворит на выборах отмечен. Экипаж 2, центральный, прием. Экипаж 2, центральный, эй. Да. Ты должен мне помочь. Что-то не так? Она меня в карьер тащит. А что за карьер? Ты что, не отсюда? Железные курьеры туда отправляют подростков, пытающихся бежать из страны. Кругом. А ты? Не суйся. За что вы вас арестовали? Тебе что было сказано? Не лезь, куда не просят. Мне кажется, там может перегибать с ней, как бы, ничего страшного. Он больше никогда семью не увидит. Конечно, увидит. Напомни, а почему я тебе... Вы же не верите в это на самом деле? Во что? Напряжение. То, что подростков, что-то там, блядь, проебал. Мэм, сейчас не время для обсуждений, и я при исполнении. Это нужно обсудить. Нужно. Вы вроде неплохой человек, мэм, просто неосведомленный. Неосведомленный? Ха! Но вы либералы и смешные. Вот что. Это официальное дело полиции. Машина у меня сломалась, ясно? Менты, марионетки, терака. Повернись. Детка, перестань за нее заступаться. Мужчина, оставьте ребенка в покое. Вот что, я тоже всякое слышал. Но это неправда, брехня. Брехня, ха. Это не брехня. О, гляньте, юный терака, блядь, че? Отлично. Мужчина, не смейте так говорить с подростком, ясно? К счастью, я староват для подросткового раб-лагеря. Повернитесь. Тебя кто-то в командир назначил?
Ты меня начинаешь раздражать, в курсе? А мелочь права, какие у вас на самом деле полномочия? Пожалуйста, центральный прием. Где они? А подкрепление не вызывается? Малявка. Граждан должно быть, можно арестовывать. Пиздец, вообще не успеваю. У меня отъебнуло сознание немножко. Настоящим тебе докладываю. Я когда начинаю думать, читать, как бы еще говорить, я сознание теряю. Поэтому как-то так. Хорошая идея. А что хорошая идея? Тихо там, сзади. Вообще-то хорошая идея. Кто-нибудь знает об Аризе? Нет. Но достаточно. Отпустите его. Прошу, мэм. Слезай на следующую остановку. Вот и все, что тебе нужно сделать. Повторять не буду. Экипаж 2, центральный прием. Поступите по совести. Хватит мне указывать, все вы. Что тут происходит? Вы меня разбудили? О, Адриана Челентано. Эй, полегче. Так, убрать оружие сейчас же. Пожалуйста, это лишнее. Может, она пристрелит кого-нибудь? Это уже слишком. Паш 2, центрально, все в порядке, прием. Поступить про совесть, прошу вас. Еще не поздно поступить по совесть. Не говорите им про пацана. Экипаж 2, слышно? Экипаж 2. Я. У меня проблемы с машиной. Еду на автобусе, прием. Я не понял, что тут надо было сделать, но мы, в общем, с тобой как-то понатыкали, и как-то получилось так, что мы спасли пацана. Экипаж 2, а мне нужен транспорт. Мы спасли пиздюка, возможно, он нам поможет. Плачь, 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 танцуй, танцуй. Кассета, дай. Окей. Сойти на следующую остановку, проехать дальше. А в чем прикол, что мы проедем дальше? Ну давай, хорошо, сойти на следующей остановке. Может быть, мы еще зацепим какую-то сюжетную линию. Ты спросишь, что нам дает сюжетная линия? Она нам дает с собой бабки, а бабки это возможность, я думаю. Ну, заставочка, а так бы, наверное, и не было. Хочу ее все время Элой назвать, потому что она рыжая. И я в эту игру играл. Кстати, хорошая игра. А, так я за нее играю. Я, она и есть. Ёб твою мать. А я-то думаю, что за приколюхи, что он, зачем нам это все показывает? Я понял, я все понял. Это концовка? Или что? Бордер. No concession. С учетом всей враждебности, неудивительно, что полиция применяет насилие. Стоп. Ты утверждаешь, что полицейское насилие оправдано? Хорошо, что ты тут. Все не одно теперь. А, то есть... Я не понял, как они связали эти две вещи. Ну да ладно. Все так плохо? Люди мародерствуют, Джофф. Что в этом хорошего? Мародерствуют разумно, если система прогнила. Думаешь? Они всегда так разговаривают? Надеюсь, нет. Но они нас все же подвезли. Это было мило. Но, видимо, с тобой об этом говорить бестолку. Так ты из наших? Из ваших? Из ваших, это в смысле, проколоть себе все, блядь, части тела?
Я знал, что ты за границу хочешь, как и я. За встречу чую, буквально. Когда сменим тему? Думаешь, они знают, что мы затеваем? Думаю, да. Да, для взрослых они прям понимающие вроде. Есть идея. Заткнись. Сыграем в найденную мной игру и послушаем музыку. О, держи мой плеер. Да, можно спиздить, кассетку можно, наверное. На бабки давай играть. Там купончики какие-то посмотреть под... Давай. Критический успех будет? Нет. Попить. Что-то в минус ушло, наверное. Точнее, в плюс не пошло. Чем мы можем еще изучить здесь? Однажды бабушка в средних руках игрок. Увы, я вообще-то отлично играю. Значит, будет обидно, прошу прощения. Первый, кто поставит 4 шашки в ряд, выиграет. Так, ну что, попробуем? Что надо нажать-то? Ну, давай так. Давай так. 4 в ряд. Давай так. Понятия не имею, как играть вообще. Ну, серьезно, seriously. 2. Блять, она сейчас поставит. Так, тихо. Вот так вот 3 будет. А, ну мы что, почти выиграли, что ли? А, нет, не выиграли. Слушай, прикольная игра. Ну, типа... Победную я всегда выиграю. В смысле? Как вин-то? Не вы... А, там и так можно. Давай еще. Я понял тебя. 2. Я понял тебя. Чпоньк. 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 Да блять! Стример не тупой. Музыку любишь? Не бойся меня, я взрослая девочка. Да, 100 пудов. У меня тут разные записи. Вот, вот тебе на память. Спасибо. Спасибо. Итак. Почему ты решила перейти границу? Чтобы начать новую жизнь? Нет, чтобы у меня вообще была жизнь. Это мы уже слышали. Отец думает, мне так повезло, у нас большой дом, я хожу в частную школу, но это не так, поверь. Охуевшая вообще просто. Звучит не так уж и плохо. Ну так и есть. Вот что, я тебе кое-что расскажу. Может и не следует, но кажется, тебе можно доверять. Мой отец - министр нефти. Что, да ну нафиг? Тише ты. Ребят, вы что-то сказали? Что у вас отличный фургон? Нифига себе. Ну, заткнись. Можешь воспринимать меня по-прежнему? Даже не знает, будет непросто. Не круто совсем. Ребят. О, удачи. Можно спросить? Пожалуй. Мне просто интересно, как по-вашему, вы политически активны? Нет, не особо. А ты? Ну, я супер политически активен. Да. Так и думал. В смысле, вы разве по этому страны бежите? Даже не отрицайте. В смысле? Вы считаете, что в стране проблемы и потому бежите? Это еще мягко сказано. Серьезно, Джофф? В любом случае, раз вы собрались валить, значит, политически активны. По моим меркам, по крайней мере. Стыд какой. Ладно, и что? А разве вы... Джафф! Почти все. Как вы намерены изменить страну? Представитель, непонятно, что можно сделать. Голосовать за нового лидера. Но мы с тобой рожимся на ней. В общем, какой смысл, если мы не топим за одно и то же? Протестовать изо всех сил. Я думаю, протестовать.
Если на улице выйдет 1000 человек, как бы, ну это хуйня, там даже стрелять не будут, даже не обратят внимания. Если как бы 1 000 000 человек выйдет, то как бы оно как бы и нормально. Да, это может привести перемены, но требуется столько жертв. Ясно одно, если что и поменяется, то силами молодежи. Наконец мы хоть в чем-то согласны. Мы изменим ситуацию. Отрадно слышать. О нет, копы. Скорость превысила? Нет, в смысле? Я так не думаю. Ну все, пиздец. Всем сохраняй спокойствие. Ребят, говорить будем мы. Конечно. А если захотим, ставим слово. Конечно. ДПС, мэм, предъявите водительское удостоверение и ПТС. Рады содействовать, сэр. Сэр? Да он просто безмозглый коп. У нее все в жизни есть, она бесится с жиру и, соответственно, сейчас будет выебываться. Надо ее осадить. Тихо, Зоуи. Это ваши дети? Нет, сэр, просто подвозим. Ясно. А нечего спиздить-то еще? Приветики, пистолетики. Ты в порядке, детка? Как будто нервничаешь. Да, все норм. А ты смахиваешь на одного из подборов беглецов. А у меня мог бы быть документ? Мне так все говорят. Еще бы. Надо взглянуть на твои документы просто для порядка. А если мы задонатим ДПС? Пожертвование? Да, мы бы могли. Ну, в случае пожертвования, наверное, я мог бы призакрыть глаза. У, сука, копы продажные. Спасибо, сэр. Вы же не всерьез собираетесь ему платить? Ты что, прикалываешься? А как? Они пытаются помочь. Из-за таких, как вы, наша страна и разваливается. Прошу прощения. Тихо. Ебать, пацан сломался, походу, да? Тихо, Зоуи. Ну же. Это говно форменное. Да ее, блядь, ничего ей не сделают. Она поэтому и выебывается. Просто ее отпустят. Не трогай меня, свинья. Не знаю, даже не знаю. Оставаться в машине. Делай, что он говорит. Помочь Зоуи остаться в машине. Пошла нахуй. Вы не пытались помочь Зоуи. Сложное решение, но правильное. Он бы тебя отправил, знаешь куда. Ну, то есть, понимаешь, как бы есть нормальные мажоры, которые там пивком угощают, да, соответственно, на вечеринку там пришел, там что-нибудь покушать, туда-сюда, такие легкие, знаешь, то есть, у них есть какие-то блага, они, соответственно, легко себя чувствуют. А есть вот такие, как бы, которым, типа, все хуево, то в школу надо ходить, образование получать, какими-то корпорациями управлять, а они хотят просто тупо, она легкая. У нее есть, соответственно, татушечка, ее пробивать надо, ну, не проблема, батя там кинул, она пробила себе через недельку татушечку. А надо ей что-нибудь еще там 3-4 части тела проколоть, тоже батя закинул, надо ей волосики покрасить, пожалуйста. Соответственно, она выебывается, то, что у нее все плохо, все продажные и так далее и тому подобное. То есть, она просто заскучала и решила съебнуть от родителей и покататься по стране. Как бы, ну и сейчас что будет? Она тупо позвонит бате, и он ее из тюрячки достанет, и она опять будет дальше выебываться. Мне она абсолютно не нужна, по жизни она мне не поможет. А мне нужно просто из этой страны съебнуть, потому что мне все гораздо хуже, чем у нее. Вот и все.
Вот, ну давай на этом, наверное, с тобой закончим. Самое интересное у нас будет в следующей серии, поэтому рекомендую тебе въебать Лукас, потому что стримеру приятно будет просто пиздец. Вот, всем удачи, любви, терпения. Всем пока.